Добрый день, мои дорогие, с вами Карина. Странно звучит эта фраза почти 5 месяцев спустя, но тем не менее, да, я вернулась. А в этом видео не поговорим ни о чем, кроме, наверное, причин моего отсутствия. Хотя те, кто заходил на какую-либо из моих страниц в социальных сетях, наверное, знают причину этого отсутствия. Это московские выборы, выборы мэра, это Алексей Навальный, в частности. Но о том, что я так тяготела к политике всегда, наверное, все опять же знают, никогда этого не скрывала. Но вот эта кампания затянула так, что, в принципе, наверное, часть моих друзей меня возненавидела, потому что ни о чем другом я говорить как-то не могла. А когда кампания закончилась, ну, будем говорить прямо, я 2 месяца ходила вокруг камеры, понимая, что, наверное, нужно что-то снять, но как-то вот чуть не хватало, то есть не было... Понимание вообще, как это делать. Ну, отвыкла. Просто отвыкла на самом деле. Ну, сейчас я взяла себя мужественно в руки. И вот что-то сижу, что-то вам вещаю. Память об этой избирательной кампании у меня осталась вот такая. Я уже подписалась на новый избирательный процесс. У нас в 2014 году выборы в Московскую городскую думу. Я решила... На самом деле, как бы я сначала сама пойду баллотироваться, ну, в конце концов, почему бы нет. Потом подумала, решила, что я, наверное, для этого дела еще слишком мала, надо немного сделать себе имя больше в этой области. А потом я решила помочь Илье Яшину, которому я симпатизирую, ну, наверное, так же, а может быть, даже чуть больше, чем самому Навальному. Поэтому... Ну, следите за новостями, буду рассказывать о том, что происходит в этом деле. Вчера была первая встреча вообще всей этой волонтерской компании, команды. Сейчас это еще не такой невыборный процесс, потому что, как таковых, мы не имеем права там на агитацию за Мосгордуму, за Яшина, просто потому что еще выборы не объявлены. Вот когда будет либо закончится действие старой Мосгордумы, либо произойдет распуск, тогда уже, да, тогда мы можем вести уже полноценную агитацию. Сейчас пока все это на уровне разговоров. А что еще? Ну, да... Не помню, сказала или нет, 2 браслетика, команда Навального, очень такие личные вещи, которые не сниму, мне кажется, никогда ни за что, даже с вечерним платьем с ними хожу, уже начинают потихонечку стираться, но полгода, да, для принта это очень круто, я считаю, тем более, что здесь не продавлено ничего, именно просто краска. Что еще? Ну да, волосы отрастила, радуйтесь те, кто вообще говорил о том, что мне, наверное, подойдут длинные волосы. Длинных не будет, но до коры я доращу сейчас, что не выпрямляю их, ничего с ними не делаю. Вот как вьются, так вьются. Своя волна, свой объем. В принципе, ну, мне нравится. Мне кажется, вполне выглядит. То есть это вполне забавненько, тем более рекламное время немного не требует. Утром чуть-чуть вот как-то взъерошила, геля добавила, чтобы кудряшки форму держали и пошла. Ну да, слегка того, но мне кажется, человеку творческой профессии это все-таки необходимо. Кстати, про профессию. Работу я сменила. С «Консультант Плюс» я уволилась. Мне надоело писать отчеты, мне надоело вот этот вот крысиный бега в офисе. Все это достало просто-напросто. Вот, ушла в одно замечательное место, где я, собственно, сейчас нахожусь, где я снимаю вот этот вот пейзаж за окном. Это, понятное дело, просто обои. Никакой ни разу не Пекин, не Китай. Ну вот, это замечательный антикафе «Чекпоинт» на Честных прудах. Москвички очень рекомендую к нам прийти. Я здесь арт-директор. Ну, громкое название. Хотя, конечно, да, дожить до 27 лет и работать в антикафе, это, конечно, забавно. Но, с другой стороны, очень классно, потому что есть свободное время, есть возможность для самореализации, замечательный коллектив. Ну, и вообще, я впервые, наверное, в работе чувствую себя настолько счастливой, хотя, конечно, это уже не первая любовь, если говорить о работе. Ну, вот, наверное, пока все. Стараюсь как-то стабилизировать частоту съемки. Кота в кадре не будет, потому что снимаю на работе, кот дома. Некогда мне снимать дома, я ухожу рано утром, прихожу поздно вечером, у меня там... И работа, 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 выборы, работа, выборы, йога, выборы, работа. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я. Поэтому дома совершенно нет времени вообще что-либо делать. Будем делать здесь. Постараюсь хотя бы выкладывать по 2 видео в неделю. Надо исправляться, надо быть хорошей девочкой для вас. В конце концов, вы меня так ждали. На этом всех целую. Пока все. Увидимся очень скоро, надеюсь. Всем пока.